Большой мечтой направились дети из Севастополя и Крыма на вокальный конкурс. Позади два полуфинала. В финал вышли самые лучшие. 27 человек мы пропустили, мы планировали 25, прошло 27, потому что, ну, очень сложно выбирать. Мы, конечно, выбрали 27, больше чуть-чуть на 2 человека, потому что очень сильные участники, очень сильный будет финал. Среди лучших и Камелия Педан. 10 лет занимается вокалом, участница более сотни конкурсов. В 2015-м прошла в финал отборочного тура детского Евровидения России. В том же году заняла первое место в конкурсе «Хрустальные звездочки». И это не все достижения Камелии. В детском голосе Крыма принимала участие 2 года назад, но выиграть не удалось. Сегодня настроена только на победу. Победа – это, наверное, старт к еще большим успехам, навыкам. Ну, это такое маленькое как поощрение за первую, ну, за твои труды. Но эта победа – это нельзя останавливаться, надо продолжать двигаться. Потому что если ты остановишься, ты упадешь. Надо только всегда идти вперед. Юрий Курнаков не пропустил ни одного сезона конкурса «Голос дети Крыма». На этот раз намерен его покорить. На счету у парня призовые места многих вокальных соревнований. На международном фестивале «Дети 21 века» стал первым. После этой победы Юрия приглашают участвовать во всероссийских и мировых мероприятиях. Но сейчас хочет стать лучшим голосом Крыма. Они сказали, нас поздно спасать, поздно лечить. Плевать, и наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Долго тренировался, прежде чем поехать на этот конкурс, поехать хотя бы на прослушивание. Я занимался около полугода, и я надеюсь на победу в этом конкурсе. Оценивать участников было трудно. Жюри руководствовалось 3 критериями – мастерство и техника исполнения, артистизм и имидж. Гран-при конкурса завоевала севастопольская вокалистка Евангелина Астахова. Камелия Педан заняла 3 место. Юрий Курнаков получил специальный приз от партнеров мероприятия. А севастопольских исполнителей Елизавету Гордееву, Анастасию Ефремову, Артема Фокина и вокально-эстрадный ансамбль «Маленький принц» наградили специальными призами губернатора, путевками в Артек и Ласпи. Поддержали восходящих звезд Крыма Светлана Федодеева и Андрей Глущенко, информационный канал Севастополя.